Вейпы и кальяны исчезнут из кафе и ресторанов. Запрет на их использование прописан в проекте ЗОЖ «Здоровый образ жизни». Это программа, которую разрабатывает Минздрав. Авторы документа предлагают внести изменения в правила регулирования оборота и использования электронных сигарет. То есть вейпы и кальяны просто приравняют к обычным сигаретам, и их продажа будет разрешена только лицам старше 18 лет. Кроме того, в правительстве говорят, что планируется дополнительные ограничения на продажу алкоголя, в том числе ценовые меры. Проект ЗОЖ, на который, кстати, потратят 3,5 миллиарда рублей, предполагает и пропаганду здорового питания. Например, производители, которые участвуют в программе, будут указывать на упаковках информацию о пользе того или иного продукта.